Глава 21. Гигиена среди израильтян. В наставлении, которое Бог дал Израилю, особое внимание уделялось охране здоровья. Прежде чем вступить в Ханаан, народ, вышедший из рабства, имевший нездоровое порожденное рабством привычки и не отличавшийся чистоплотностью, был подвергнут строжайшему воспитанию в пустыне. Люди учились принципам здоровья и применению в своей жизни санитарных законов. Предупреждение болезни различие между чистым и нечистым соблюдалось не только в их религиозном служении, но и во всех делах повседневной жизни. Все, кто соприкасался с заразными или оскверняющими заболеваниями, удалялся из стана, им не позволялось возвращаться без тщательного очищения как тела, так и одежды. На случай заражения кого-либо заразной болезнью было дано указание. Всякая постель, на которой ляжет, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, которому прикоснется, должен разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водою. Закон, касающийся проказы, также является иллюстрацией тщательности, с которой эти предписания должны были проводиться в жизнь. Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, он должен жить отдельно вне стана жилища его. Если язва проказа будет на одежде, на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном. Священник осмотрит язву, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-нибудь изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо эта проказа едкая, должна сжечь на огне. Тем же порядком, если обнаруживали, что жилище небезопасно для обитания, его сносили. Священник должен был разломать сей дом и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города, на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме Том, тот должен вымыть одежды свои. И кто ест в доме Том, тот должен вымыть одежды свои. Чистоплотность. Необходимость личной чистоплотности была преподана с наибольшей выразительностью. Прежде чем собраться у горы Синай, чтобы слушать, как глаз Божий провозгласит закон, Бог повелел народу вымыться самим и вымыть одежды свои. Это предписание проводилось в жизнь под страхом смерти. Никакая нечистота не допускалась в присутствии Божьем. Во время странствования по пустыне израильтяне почти постоянно находились под открытым небом, на свежем воздухе, где нечистоты оказывали гораздо меньшее вредное влияние, чем на обитателей тесных и душных домов. Но строжайшее соблюдение чистоты требовалось как внутри шатров, так и вне их. Никаким отбросом не позволялось оставаться в пределах или вокруг стана. Господь сказал, «Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят». Питание Различие между чистым и нечистым было сделано во всем, что касалось питания. «Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем, что отличил я, как нечистое». Множество продуктов питания, свободно употребляемых в пище язычниками, жившими вокруг израильтян, были запрещены для них. Это не было произвольным разграничением. Запрет имел реальный смысл. Запрещенное в пищу было не полезно для здоровья. И тот факт, что запрещенное было объявлено нечистым, учил тому, что потребление вредной пищи оказывает оскверняющее действие. То, что наносит вред организму, постепенно разлагает и душу. Оно делает употребляющего запрещенные продукты непригодным для общения с Богом, непригодным для святого и возвышенного служения. В Земле обетованный порядок, начатый во время странствования в пустыне, продолжался при обстоятельствах благоприятных для формирования правильных привычек. Людям не рекомендовалось тесниться в больших городах, но было предусмотрено, чтобы каждая семья владела своим собственным наделом земли, что гарантировало всем дарящее здоровье благословение естественной неизвращенной жизни. Относительно жестоких, безнравственных обычаев и образа жизни хананеев, изгнанных израильтянами с земли, на которой они жили прежде, Господь сказал: «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоню от вас» ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не попасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Бог учил Израиль во всех делах их повседневной жизни уроку, открытому и изъясняемому им Духом Святым. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Радость и веселье. Веселое сердце благотворно, как врачество. Благодарность, радость, благожелательность, доверие, любви и заботе Божией. Все это является величайшими гарантами здоровья. Для израильтян эти качества характера сами по себе должны были стать основным принципом их жизни. Путешествия, совершаемые три раза в год на ежегодные праздники в Иерусалим, недельное пребывание в шатрах во время праздника Кущи, все это было хорошими возможностями для восстановления сил на свежем воздухе и активного общения. Праздники были поводом для веселья, делая людей мягче и доброжелательнее благодаря гостеприимству, оказываемому пришельцам, левитам и беднякам. «Веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя», так, спустя годы, когда закону Божию читали в Иерусалиме народу, вернувшемуся из Вавилонского плена, и народ, плача, сожалел о том, что они нарушили его повеление, были произнесены полные милости слова. «Не печальтесь, пойдите, ешьте тучное, и пейте сладко, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». И не печальтесь, потому что радость перед Господом — подкрепление для вас. И объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. Радость была весьма великая. Бог преподал Израилю урок обо всех принципах здоровья в равной степени как физического, так и нравственного, потому что выполнение первых не менее важно, чем следование вторым. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» и навяжи их в знак на руку твою, и будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал нам Господь, Бог ваш, то скажи сыну твоему, заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Повинуйся, израильтяне, полученным наставлением и используй они свои преимущества, они смогли бы стать для всего мира наглядным уроком здоровья и процветания. Если бы они как народ жили согласно Божьему плану, их не коснулись бы болезни, поражавшие другие народы. Они бы обладали большей физической крепостью и более сильным интеллектом, чем другие народы. Они могли бы стать самой могущественной нацией на Земле. Бог сказал, ⁇ Благословлен ты будешь больше всех народов ⁇ Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога Твоего, как Он говорил, и придут на тебя все благословения Сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога Твоего благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя» и даст тебе Господь изобилие во всех благах в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которое заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. Первосвященнику Аарону и его сыновьям было дано указание. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя» да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Как дни твои будет умножаться богатство твое, нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Прибежище Твое, Бог древний, и под мышцами вечными. Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Израильтяне не смогли исполнить намерение Божие, и поэтому они не смогли получить те благословения, которые могли бы им принадлежать. Но в лице Иосифа и Даниила, Моисея и Елисея и многих других мы находим благородные примеры следования в жизни предусмотренному Богом плану. Так и сегодня верность Божьим повелениям принесет такие же результаты. Для нас написано вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь. Он цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру, на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут, во дворах Бога нашего они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Заповеди мои дохранит да сердце твое, Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, И нога твоя не споткнется, Когда ляжешь спать, не будешь бояться, И когда уснешь, сон твой приятен будет» не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Глава 22. Одежда. Читателю необходимо помнить о том, что эта книга была написана в начале века, и поэтому автор, говоря о проблемах здоровья, акцентирует внимание на вопросах, злободневных для того времени и той культуры. Библия учит скромности в одежде, чтобы также и жены в приличном одеянии. Это запрещает хвастовство в одежде, кричащие цвета, избыток украшений – Любые украшения, задуманные с целью привлечь внимание к тому, кто их носит, и вызвать восхищение, не относятся к приличному одеянию, которое советует носить Слово Божье. Наше платье не должно быть дорогим или украшенным золотом или жемчугом. Оно не должно становиться многоценной одеждой. Деньги – это доверие Божье. Они не настолько наши, чтобы расходовать их на удовлетворение своей гордости или честолюбия. В руках детей Божьих – пища для голодных и одежда для раздетых. Это защита угнетенным, лекарство для больных, средство для проповеди Евангелия бедным. Вы могли бы принести счастье многим сердцам, мудро используя средства, растрачиваемые сейчас для внешнего лоска. Размышляйте о жизни Христа, изучайте Его характер и будьте соучастниками с Ним в Его самоотречении. В мире, исповедующем христианство, столько тратится на драгоценности и ненужную дорогую одежду, что давно можно было бы накормить всех голодных и одеть раздетых. Мода и стремление показать себя поглощают средства, которые могли бы утешить бедных и страждущих. Те, кто так безумно расходуют деньги, грабят мир, лишая его услышать благую весть любви Спасителя. Страдает миссионерская деятельность. Множество людей погибают из-за того, что не получают христианского учения. Рядом у ваших дверей и в далеких землях язычников не проповедуют и не спасают. В то время как Бог наполнил землю своими щедротами и наполнил сокровищницы всем необходимым для нашей жизни, в то время как Он в изобилии дал нам спасающее знание о Его истине, какое же оправдание можем мы принести за то, что позволяем плакать вдовам и сиротам, страждущим и больным, несведущим и неспасенным. И когда наступит день Господень, оказавшись лицом к лицу с тем, кто отдал жизнь свою за этих нуждающихся, какое оправдание принесут те, кто тратит свое время и деньги на прихоти, запрещенные Богом? Таким Христос скажет «Алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был наг, и не одели меня, был болен и в темнице, и не посетили меня». Но наша одежда, будучи скромной и простой, должна быть хорошего качества, подходящей расцветке и пригодной для служения. Следует больше обращать внимание на добротность одежды, чем на ее внешний вид. Она должна согревать и защищать тело. Мудрая жена, описанная в притчах, не боится стужи для семьи своей, потому что ее вся семья одета в двойные одежды. Необходимо, чтобы наша одежда была чистой, Нечистоплотность в одежде наносит вред здоровью и таким образом оскверняет тело и душу. Вы — храм Божий. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Одежда во всех отношениях должна отвечать принципам здоровья. Прежде всего, Бог желает нам здоровья, телесного и духовного. Нам следует сотрудничать с Ним, укрепляя здоровье тела и души, что зависит также и от одежды. Одежда должна отличаться изяществом и вкусом, Сочетая в себе красоту и естественную простоту, Христос предостерегал нас против гордости житейской, но не против изящества и естественной красоты. Указывая на полевые цветы, на распускающуюся чистую лилию, Он говорил И Соломон во всей славе Своей не одевался так, как всякое из них. Так в Творениях природы Христос демонстрирует красоту, которую ценит небо, скромное изящество, простота чистота, гармоничность, которые могли бы сделать наше одеяние приятными ему. В самое прекрасное платье он повелевает нам одеть тушу. Никакие внешние украшения не сравнимы по ценности и привлекательности с кротким и молчаливым духом, который в его глазах наиболее драгоценен. Для тех, кто делает принципы спасения своим путеводителем, как драгоценны его слова обетования. Об одежде что заботитесь? Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас. Итак, не заботьтесь и не говорите, во что одеться. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и все это приложится вам. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он» каким контрастом представляется следование наставлениям отца по сравнению с утомленностью, беспокойством, болезнями и жалким положением, являющимися результатом власти моды. Сколь противоположны принципам, изложенным в Священном Писании, многие модели одежды, которые диктуют мода. Подумайте о стилях и фасонах, которые преобладали за последние несколько столетий или даже за последние несколько десятилетий, если бы не мода, многие из них считались бы нескромными, не подходящими для утонченных, богобоязненных, уважающих себя женщин. Обновлять свой гардероб только ради моды — этого не одобряет Слово Божье. Изменение стилей, кропотливая сложная работа в этом отношении и дорогостоящие украшения расточают понапрасну время и средства богатых, расходуют зря их умственные и душевные силы. Они возлагают тяжкое бремя на средние и бедные слои общества — Многие из тех, кто в состоянии с трудом заработать лишь себе на жизнь и кто мог бы сам сшить себе простую скромную одежду, вынуждены обращаться к портному, чтобы только не отстать от моды. Множество бедных девушек ради элегантного наряда не обеспечивают себя теплым бельем и расплачиваются за это здоровьем и даже жизнью. Множество других, желая выглядеть элегантно, как богатые, совратились на путь бесчестия и позора. Многие дома лишены удобств, множество людей доведены до растраты нужного имущества или банкротства в стремлении удовлетворить чрезмерные требования жен и детей. Множество женщин, вынужденные готовить себе и своим детям элегантные наряды по последней моде, обречены на бесконечно тяжелый труд. Сколько матерей со взвинченными нервами и дрожащими пальцами тяжко трудится до поздней ночи, чтобы только добавить к одежде своих детей еще одно украшение, которая нисколько не способствует ни здоровью, ни удобству, ни подлинной красоте. Ради моды мать жертвует здоровьем и тем спокойствием духа, которое так важно для правильного воспитания детей. Не уделяется внимания воспитанию ума и сердца. Вырастают дети с карликовыми душами. Мать не имеет времени для изучения принципов физического развития, для лучшей заботы о здоровье своих детей. У нее нет времени служить их умственным и духовным потребностям, нет времени на то, чтобы посочувствовать их маленьким разочарованиям и невзгодам, чтобы вникнуть в их интересы и поучаствовать в их занятиях. Едва только родившись в мир, дети почти сразу же становятся подверженными влиянию моды. Об одежде они слышат больше, чем о спасителе. Они видят, как их матери с большей серьезностью интересуются модным столовым серебром, чем Библией. То, как выглядит их наряд, представляет для них больше интерес, чем формирование характера. Родители и дети лишены того, что является самым дорогим, самым приятным и самым истинным в жизни. Ради моды они обкрадывают сами себя в отношении подготовки к будущей жизни. Именно враг всего доброго провоцирует людей заниматься изобретениями в постоянно изменяющемся мире моды. Этот враг ничего не желает так сильно, как причинить огорчение Богу и обесчестить Его, вгоняя людей в нищету и обрекая их на погибель. Одно из средств, с помощью которых он добивается наибольших в этом успехов — капризы моды, от которых страдает тело, притупляется ум и мельчает душа. Женщины подвержены серьезным болезням, и манера одеваться в значительной мере усугубляет их страдания. Вместо того, чтобы беречь свое здоровье для тяжелых испытаний, которые, несомненно, наступят, — они своими прихотями слишком часто приносят в жертву моде не только здоровье, но и жизнь, оставляя своим детям в наследство страдания от нарушенного телосложения, извращенных привычек и ложных представлений о жизненных идеалах. Один из расточительных и вредных капризов моды — юбка, которая волочится по земле. Неопрятность, неудобство, скованность в движениях, вред для здоровья — все это и даже более этого справедливо в отношении длинной юбки. Она нелепа из-за того, что на нее требуется чрезмерное количество материала, а ее совершенно ненужная длина способствует слишком быстрому изнашиванию. И кто бы не увидел женщину в длинной до земли юбке, с руками занятыми сумками и пакетами, пытающуюся подниматься или спускаться по лестнице, войти в трамвай, протеснуться в толпе, идти под дождем или по грязной дороге, не нуждается в особых доказательствах неудобства и непрактичности такого наряда. Другим серьезным злом при ношении подобного рода юбок является то, что весь вес юбки ложится на бедра. Этот обременительный вес давит на внутренние органы, оттягивает их вниз и оказывает неблагоприятное влияние на желудок, вызывая ощущение усталости и апатии. Кроме того, все это вынуждает сутулицы того, кто носит подобную юбку и, как следствие, затрудняет правильное дыхание, стесняя легкие. За последние годы так много говорилось о том, как опасно стягивать талию, и редко кто не слышал об этом, однако сила моды настолько велика, что этот вредный обычай продолжает существовать. Поступая так, женщины и молодые девушки наносят себе неописуемый вред. Для здоровья очень существенно, чтобы грудная клетка имела пространство, чтобы максимально расширяться, и легкие могли бы делать полный вдох. Когда легкие ограничены, количество кислорода, поступающее в них, уменьшается – кровь не обогащается кислородом должным образом, и отработанные вредные вещества, которые должны выбрасываться через легкие, задерживаются. Добавление к этому нарушается циркуляция крови, и внутренние органы так стеснены и смещены, что не могут нормально выполнять свою работу. Тугое стягивание корсетом не улучшает форму тела. Одно из главных элементов физической красоты – симметрия, гармоничные пропорции частей тела, и правильный образец физического развития следует искать не в силуэтах, представляемых французскими модельерами, но в человеческом телосложении, развитом в гармонии с Божьими законами природы. Бог — автор всей красоты, и только когда мы сообразуемся с Его идеалом, мы приближаемся к мерилу истинной красоты. Еще одним злом, развитию которого способствуют обычаи, является неравномерное распределение одежды — в то время как одни части тела закрыты больше, чем требуется, другие недостаточно одеты. Поскольку стопы и конечности рук удалены от жизненно важных органов, их следует особенно оберегать от холода, одевая как можно теплее. Невозможно сохранить здоровье, когда конечности все время переохлаждаются. Ибо когда в них слишком мало крови, тогда ее будет слишком много в других частях тела. Безупречное здоровье требует безупречного кровообращения, но этого невозможно достичь, если части тела, где расположены жизненные органы, одеты в три или четыре раза теплее, чем конечности рук и ног. Огромное количество женщин имеет расшатанную нервную систему и измучены заботами из-за того, что лишают себя свежего воздуха, который мог бы очистить кровь, и свободы движений, обеспечивающей равномерный ток крови через вены, несущий жизнь, здоровье и силы. Многие женщины стали хроническими больными, тогда как они могли бы отличаться здоровьем, и многие умерли от туберкулеза и других заболеваний, тогда как они могли бы прожить отведенный им отрезок жизни, если одевались бы в соответствии с принципами здоровья и занимались физическим трудом и физкультурой на открытом воздухе. Чтобы подобрать наиболее соответствующую принципам здоровья и одежду, требуется тщательно изучить особенности частей тела. Необходимо учитывать и погодные условия, и окружающую среду, и состояние здоровья, и возраст, и род занятий. Каждый предмет туалета должен легко надеваться, не затрудняя кровообращение и свободное, полное и естественное дыхание. Все, что мы носим, должно быть свободно настолько, чтобы когда руки поднимаются, одежда поднималась тоже. Женщины со слабым здоровьем много могут для себя сделать, разумно одеваясь и выполняя физические упражнения. Одевшись подходящим образом для пребывания на свежем воздухе, пусть они занимаются физкультурой или трудятся. Сначала осторожно, а потом постепенно увеличивая объем упражнений настолько, насколько они могут выдержать. Ведя такой образ жизни, многие могли бы восстановить свое здоровье и стать полезными обществу. Независимость от моды. Пусть сами женщины, вместо того, чтобы стремиться упорно следовать требованиям моды, наберутся смелости одеваться с пользой для здоровья и просто. Вместо того, чтобы полностью погружаться в изматывающую работу по дому, пусть жена и мать находят время для чтения, для того, чтобы быть хорошо информированной, побольше общаться со своим мужем, иметь постоянную связь с развивающимся сознанием своих детей. Пусть она мудро использует появившиеся у нее возможности для влияния на своих близких, направляя их к высшим целям. Пусть она посвящает часы тому, чтобы сделать дорогого спасителя ежедневным спутником и близким другом. Пусть она уделяет время для изучения Его Слова, для прогулок с детьми на природе и познает Бога через красоту Его творений. Пусть она постоянно будет веселой, бодрой и жизнерадостной. Вместо того, чтобы посвящать каждую свободную минуту нескончаемому шитью, сделайте так, чтобы вечер был приятным временем для всей семьи, когда она собирается в полном составе последневных трудов. Множество мужчин предпочли бы свой семейный очаг клубу или салону. Многих мальчиков удалось бы держать подальше от влияния улицы или спекуляции. Многие девочки избежали бы легкомысленных, ненужных знакомств. Домашний очаг был бы для родителей и детей в соответствии с замыслом Бога, благословением всей жизни. глава 23. Питание и здоровье. Наш организм подкрепляется пищей, которую мы едим. Ткани нашего тела постоянно разрушаются. Жизненный процесс каждого органа включает в себя расход энергии, который восполняется питанием. Любой орган тела требует свою долю питательных веществ. Мозгу нужно дать его порцию, костям, мускулам и нервам необходима своя. Это удивительный процесс, при котором пища способствует преобразованию в крови, которая в свою очередь и используется для подкрепления различных частей тела. Но этот процесс протекает непрерывно, поддерживая жизнь и силы каждого нерва, мускула и ткани. Выбор продуктов – следует выбирать те продукты, которые богаты элементами, необходимыми для подкрепления организма. В этом аппетит ненадежный советчик. Из-за неправильных привычек в еде аппетит стал извращенным. Часто он требует еды, ухудшающей здоровье и вызывающей слабость, а не силу. Обычаи общества тоже не могут быть для нас надежными ориентирами. Болезни и страдания, которые преобладают повсюду, в значительной степени обусловлены широко распространенными заблуждениями в том, что касается питания. Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы должны изучить первоначальный Божий план о том, чем питаться человеку. Тот, кто сотворил человека и кто понимает его потребности, указал Адаму, что ему есть. «Вот», — сказал он, — «я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. Оставив Эдем, чтобы зарабатывать себе на жизнь, обрабатывая землю, находящуюся под проклятием греха, человек получил разрешение есть также полевую траву. Хлебные злаки, фрукты, орехи и овощи составляют питание, избранное для нас нашим Творцом. Эти продукты, приготовленные, насколько возможно, просто и естественно, являются наиболее здоровой и питательной пищей. Они обеспечивают силу, выносливость и ясность интеллекта, чему не способствует более сложная и возбуждающая пища. Но не всякая пища полезна сама по себе, в равной степени отвечает нашим нуждам во всех обстоятельствах. В выборе еды следует проявлять осторожность. Наша еда должна соответствовать времени года, климату, в котором мы живем, и нашим занятиям. Некоторые продукты, пригодные для использования в одно время года или в одном климате, не подходят для другого. Таким же образом людям различных профессий нужна различная еда. Часто еда, которая может принести пользу тем, кто занят физическим трудом, не подходит людям сидячих профессий или интенсивного умственного труда. Бог дал нам достаточное разнообразие здоровых продуктов, и каждому человеку необходимо выбрать из него то, что опыт и здравый смысл подсказывают ему как наиболее отвечающие его собственным потребностям. Природа обладает обильным запасом фруктов, орехов и хлебных злаков, достаточным для всех, и год за годом продукты питания из разных стран все более равномерно распределяются среди всех людей благодаря развитию транспорта. В результате многие продукты питания, считавшиеся несколько лет назад дорогими лакомствами, доступны всем, став повседневной пищей. Это особенно относится к сушеным и консервированным фруктам. Орехи и блюда из ореха все более широко используются, заменяя в рационе мясо. С орехами могут сочетаться хлебные злаки, фрукты и некоторые корнеплоды, что дает возможность производить здоровые и питательные продукты. Следует, однако, соблюдать осторожность, чтобы не использовать слишком большое количество орехов для приготовления различных продуктов питания. Те, кто осознает вредные последствия от употребления продуктов из орехов, могут избежать неприятностей, прислушиваясь к данному предостережению. Необходимо помнить также, что некоторые орехи не так полезны, как другие. Миндаль предпочтительнее арахиса – но арахис в ограниченном количестве, употребляемый вместе с хлебными злаками, питателен и легко усваивается. Оливки, приготовленные должным образом, как и орехи, заменяют сливочное масло и мясные блюда. Оливковое масло гораздо предпочтительнее масла и жиров животного происхождения. Оно служит как слабительное. Его употребление будет благотворно для больных чехоткой, и оно целительно для воспаленного, раздраженного желудка. Люди, привыкшие к жирной и возбуждающей пище, имеют неестественные вкусовые ощущения, и им не может сразу же понравиться пища, которая незатейлива и проста. Потребуется время, чтобы вкус стал естественным, а желудок избавился от последствий злоупотреблений, в результате которых он страдал, но те, кто упорно употребляет полезную пищу, по прошествии некоторого времени найдут ее вкусной. Они оценят ее тонкий вкус и будут есть ее с большим наслаждением, чем нездоровое лакомство. И желудок в нормальном состоянии, невозбужденный и не перегруженный, сможет без труда выполнить свою задачу. Для того, чтобы поддерживать здоровье, необходимо в достаточной мере питаться хорошей, питательной пищей. При разумном подходе пищу, наиболее полезную для здоровья, можно найти почти везде. Различные продукты из риса, пшеницы, маиса и овсяной крупы посылаются за границу повсеместно, а также не являются редкостью бобы, горох и чечевица. Приготовленные с местными или привезенными фруктами и разнообразными овощами, какие выращивают в каждой местности, блюда из этих круп позволяют подобрать полноценный рацион, без употребления мясных продуктов. Везде, где в достатке произрастают фрукты, следует из них готовить обильные припасы на зиму, консервируя их или высушивая. Мелкую ягоду, такую как смородина, крыжовник, земляника, клубника, малина и ежевика, можно с выгодой и пользой выращивать там, где они редко используются и где их выращиванием пренебрегают. Для домашнего консервирования – когда это возможно, лучше использовать стеклянную, а не жестяную посуду. Очень важно, чтобы фрукты для консервирования были в хорошем состоянии. Употребляйте немного сахара и варите плоды достаточно долго, чтобы обеспечить их сохранность. Приготовленное таким образом варенье отлично заменит свежие фрукты. Везде, где по умеренным ценам можно приобрести сушеные фрукты, такие как изюм, чернослив, яблоки, груши, персики и абрикосы, их можно использовать как один из главных элементов питания и гораздо в больших количествах, чем это принято с наибольшей пользой для здоровья каждого, независимо от того, каким он занимается трудом. Не следует подавать на стол большое разнообразие блюд в один прием пищи, ибо это провоцирует переедание и вызывает несварение пищи в желудке не полезно есть фрукты и овощи за один прием пищи. Если пищеварение ослаблено, употребление фруктов и овощей вместе часто является причиной недомогания и снижения умственной деятельности. Лучше употреблять фрукты во время одного приема пищи, а овощи во время другого. Еда в течение дня должна быть разнообразной. Одни и те же блюда, приготовленные одним и тем же образом, не должны появляться на столе раз за разом и день за днем. Пища съедается с большим удовольствием, и организм усваивает больше питательных веществ, если еда разнообразна. Приготовление пищи. Неправильно есть только для того, чтобы удовлетворить аппетит но не следует проявлять равнодушие к тому, что касается качества пищи или способа ее приготовления. Если пища употребляется без удовольствия, организм не получит хорошего питания. Пищу следует тщательно выбрать и умело приготовить. Для выпечки хлеба белая мука высшего сорта не является наилучшей. Выпекать хлеб из такой муки не полезно для здоровья и неэкономично. В таком хлебе недостает питательных элементов, которые можно найти в хлебе из непросеянной муки со трубями. Часто это является причиной запоров и других нездоровых состояний. Использование соды или пекарского порошка в хлебопечении вредно, и в этом нет необходимости. Сода вызывает воспаление желудка и часто отравляет весь организм. Многие домашние хозяйки думают, что они не могут делать хороший хлеб без соды, но это заблуждение. Если бы они научились лучшим методам, их хлеб был бы более полезен для здоровья и более приятен на вкус. Ставя тесто на дрожжах, не стоит употреблять молоком вместо воды. Использование молока это не только дополнительные расходы, но это делает хлеб гораздо менее полезным для здоровья. Молочный хлеб после выпечки черствеет гораздо быстрее, чем хлеб, испеченный из теста, приготовленного с использованием воды, и быстрее вызывает брожение в желудке. Хлеб должен быть легким и душистым. Не следует допускать, чтобы тесто хоть сколько-нибудь перекисло. Батоны должны быть небольшими и так тщательно пропекаться, чтобы, насколько это возможно, погибли дрожжевые микробы свежевыпщенный или горячий хлеб любого вида труден для пищеварения. Он никогда не должен появляться на столе. Это правило, однако, не применяется к бездрожжевому хлебу. Свежие булочки, изготовленные из пшеничной муки крупного помола без дрожжей или заквашивания, и выпеченные в хорошо прогреваемом духовом шкафу, и полезны, и вкусны. Крупы, используемые для каши или кашицы, следует варить несколько часов. Но мягкая или жидкая пища менее полезна для здоровья, чем сухая, которая требует тщательного пережевывания. Сухарей или дважды пропеченный хлеб – один из наиболее легко перевариваемых и самых вкусных продуктов. Порежьте на тонике ломтики обыкновенный дрожжевой хлеб и подсушите в теплой печи или духовке, пока не исчезнет последний след влаги. Пусть кусочки хлеба слегка подрумянятся со всех сторон. В сухом месте этот хлеб может храниться гораздо дольше, чем свежий, и если сухари подогреть перед подачей на стол, они будут как свежие. Обычно в пищу используют слишком много сахара. Пирожные, сладкие пудинги, кондитерские изделия, желе, джемы являются серьезной причиной несварения пищи в желудке. Особенно вредны сладкие кремы и пудинги, в которых молоко, яйца и сахар являются главными составными частями. Обильного употребления молока и сахара вместе следует избегать. Молоко при употреблении следует тщательно стерилизовать. Соблюдение этой предосторожности уменьшит опасность заразиться какой-нибудь болезнью от употребления молока. Масло менее вредно, если его намазывать на хлеб холодным, чем использовать в приготовлении пищи. Но лучше всего обойтись без него и в том, и в другом случае. Сыр еще более нежелателен, он совершенно не годится для еды. Предосторожность в том, что касается чистоты всех молочных продуктов, является вопросом первостепенной важности. Этой цели служат регулярные ветеринарные проверки молочного скота а также пастеризация и охлаждение. Скудная, дурно приготовленная пища портит кровь, ослабляя кровотворные органы. Она расстраивает организм и вызывает болезни, которым всегда сопутствуют звенченные нервы и плохое настроение. Число жертв плохо приготовленной пищи исчисляется тысячами и десятками тысяч. На многих могилах можно было бы написать умер от плохо приготовленной пищи, умер вследствие употреблений вредной пищи. Священный долг тех, кто готовит еду, научиться тому, как готовить здоровую пищу. Многие души погибли в результате плохого приготовления пищи. Чтобы испечь хороший хлеб, необходимы тщательность и умение, но в буханке хорошего хлеба больше религии, чем многие себе представляют. На свете мало действительно хороших поваров. Молодые женщины считают унизительным занятием готовить пищу и заниматься другой домашней работой, и по этой причине многие девушки, выйдя замуж и имея свои семьи, понятия не имеют об обязанностях жены и матери. Приготовление пищи это необыденная наука, но едва ли не самое главное в практической жизни. Этой науке необходимо научиться всем женщинам, и ее следует преподавать таким образом, чтобы принести пользу беднейшим классам общества. Чтобы приготовить еду аппетитную и в то же время простую и питательную, требуется умение и мастерство. Поварам следует знать, как приготовить простую пищу простым способом и в соответствии с принципами здоровья, так, чтобы она была приятной на вкус и вследствие простоты приготовления более полезной. Каждая женщина, имеющая семью, но не владеющая искусством приготовления здоровой пищи, что является таким существенным для благополучия ее дома. Во многих местах существуют школы кулинарного искусства, предоставляющие возможность для обучения в этой сфере. Женщина, не нашедшая такой помощи, должна пойти за наставлением какой-нибудь хорошей кухарки и прилагать упорное усилия к тому, чтобы совершенствоваться до тех пор, пока не станет мастерицей кулинарного искусства. Регулярность в питании имеет жизненно важное значение. Принимать пищу следует в одно и то же время. В час трапезы, Пусть каждый ест то, что требует организм, и затем исключит всякую еду до следующего приема пищи. Многие люди едят тогда, когда организм не нуждается в том, через неравные интервалы между приемами пищи, потому что они не имеют достаточно сил противостоять своим влечениям. Путешествуя, некоторые постоянно кладут себе в рот маленькие кусочки, если у них есть под рукой что-нибудь съедобное это очень вредно. Если бы путешественники принимали пищу регулярно, и она бы была проста и питательна, они бы не испытывали такого чрезмерного утомления и не страдали бы так сильно от слабости. Другая вредная привычка — есть перед сном. Человек может принимать пищу в строго определенное время, но от чувства слабости бывает, съедает больше, чем требуется организму. Потакание этой порочной практики становится привычным и часто так прочно закрепляется, что кажется, не сможешь уснуть, не поев. Как результат поздних ужинов, пищеварительный процесс продолжается в часы сна. Но хотя желудок работает постоянно, ночью он не может совершать свою работу должным образом сон часто нарушается неприятными сновидениями, а утром человек пробуждается не отдохнувшим и без особого желания позавтракать. Когда мы ложимся отдыхать, желудок уже должен завершить свою работу, чтобы так же, как и другие органы тела, наслаждаться отдыхом. Для тех, кто ведет сидячий образ жизни, поздний ужин особенно вреден. Он влечет за собой нарушения, часто являющиеся началом болезни, ведущий к преждевременной смерти. Во многих случаях чувство слабости, которое приводит к желанию поесть, появляется потому, что пищеварительные органы были слишком перегружены в течение дня. Избавившись от пищи, принятой за один прием, завершив работу по перевариванию обеда, пищеварительные органы нуждаются в покое. По крайней мере, пять или шесть часов должны отделять один прием пищи от другого и те, кто захочет испытать это, обнаружат, что есть два раза в день лучше, чем три. Неправильные условия приема пищи. Еду не следует употреблять очень горячую или очень холодную. Если пища холодная, важные силы органов пищеварения отвлекаются на то, чтобы согреть ее, прежде чем сможет начаться процесс пищеварения. По той же причине вредны холодные напитки, в то время как обильное употребление горячих напитков действует расслабляюще. Фактически, чем больше жидкости выпито во время еды, тем труднее желудку ее переварить. Потому что жидкость должна всосаться в стенки желудка, прежде чем может начаться процесс пищеварения. Не употребляйте много соли. Избегайте употреблять в пищу соления и пряности. В изобилии ешьте фрукты и тогда раздражение пищеварительной системы, вызывающее такое большое желание пить за едой, заметно убавится. Есть следует медленно, тщательно пережевывая пищу. Необходимо, чтобы слюна как следует перемешалась с пищей, чтобы желудочный сок вступил в действие. Другим серьезным пороком является прием пищи в неподходящее время. Например, после интенсивных и чрезмерных физических нагрузок, когда организм изнурен или разгорячен. В этом случае после еды ощущается сильное утомление нервной системы, а когда ум и тело подвергаются чрезмерным нагрузкам перед едой или сразу после нее, пищеварение затрудняется. Когда человек возбужден, взволнован или торопится, лучше не есть, пока не наступит покой или облегчение. Желудок напрямую связан с мозгом. И когда желудок заболевает, нервная сила отвлекается от мозга на помощь ослабленным пищеварительным органам. Когда это повторяется слишком часто, в кровеносной системе мозга наблюдается застойное явление. Когда мозг постоянно переутомляется, а физических упражнений недостаточно, даже простую пищу следует употреблять умеренно. Во время еды отбросьте заботы и беспокойные мысли. Не спешите, а ешьте медленно и с радостью, сердцем исполненным благодарности Богу за все Его благословения. Многие из тех, кто отказался от мясных и других жирных и вредных блюд, думают, что поскольку их пища простая и полезна, они могут потакать аппетиту без ограничений, а иногда даже объедаться. Это заблуждение. Не стоит обременять пищеварительные органы ни количеством, ни качеством пищи, переваривание и усвоение которое переутомит организм. Традиция гласит, что блюдо следует подавать на стол по очереди. Не зная, какое блюдо будет следующим, кто-то может насытиться едой, которая, возможно, не является самой подходящей для него. Когда приносит последнее блюдо, он часто отваживается переступить границы и отведать соблазнительный десерт, который, однако, оказывается для него всем, чем угодно, только не благом. Если все, что приготовлено для еды, поставлено на стол до еды, каждый имеет возможность сделать наилучший выбор. Иногда результат переедания ощущается сразу. В других случаях нет ощущения боли, но пищеварительные органы теряют свою жизненную силу и основные физические силы организма подрываются. Излишек пищи обременяет организм, приводя к болезненному, лихорадочному состоянию. Переедание вызывает чрезмерный прилив крови к желудку, вызывая охлаждение рук и ног. Оно возлагает тяжелое бремя на пищеварительные органы, и когда, наконец, эти органы заканчивают свою работу, Возникает чувство усталости и вялости. Некоторые из тех, кто постоянно переедает, считают это состояние чувством голода, но на самом деле оно вызвано переутомленным состоянием пищеварительных органов. Временами мозг становится невосприимчив, и человек теряет всякое желание заниматься умственной или физической работой. Эти неприятные симптомы появляются потому, что организм выполнил работу, на которую без надобности истратил жизненные силы, и он совершенно изнурен. Желудок говорит «дай мне отдохнуть». Но многие это чувство слабости истолковывают как требование поесть еще. Итак, вместо того, чтобы дать желудку покой, на него возлагается дополнительное бремя. И в результате пищеварительные органы часто изнашиваются преждевременно, хотя могли бы служить еще долгие годы. Мы не должны готовить на субботу больше еды или делать более разнообразным меню, чем в другие дни. Напротив, в этот день еда должна быть более простая, и есть следует меньше, чтобы ум был ясным и бодрым для восприятия духовного. Обремененный желудок означает обремененный мозг. Можно услышать самые драгоценные слова и не оценить их по достоинству, потому что ум утратил остроту по причине неправильного питания. Из-за переедания в субботу многие вредят себе больше, чем они сами думают, становясь неспособными получать пользу от священных благословений. В субботу следует избегать приготовления пищи, но это не означает, что нужно есть все холодное. В холодную погоду пищу, приготовленную накануне, следует подогреть. И пусть ваш завтрак, обед или ужин, оставаясь простым, будет вкусным и привлекательным. Особенно в семьях, где есть дети, в субботу хорошо подать к столу что-нибудь такое, что будет восприниматься как угощение. Что-то такое, чего в семье не едят каждый день там, где имеет место потворство дурным привычкам в еде, необходимо безотлагательно изменить образ жизни. Когда случается расстройство желудка в результате неправильного питания или переедания, следует приложить старание, чтобы сберечь оставшиеся жизненно важные силы, устранив все, что перегружает организм. Желудок, быть может, никогда полностью не восстановится, но надлежащее питание предупредит дальнейшее ослабление здоровья, и многие более или менее поправятся. Нелегко предписывать правила на все случаи, но соблюдение принципов здорового питания приведет к великим изменениям к лучшему и сэкономит труд поваров. Умеренность в еде вознаграждается умственной и нравственной силой, а также помогает управлять своими пристрастиями. Переедание особенно вредно тем, кто обладает спокойным темпераментом. Их рацион должен быть скудным, и им необходимо усиленно заниматься физкультурой и физическим трудом. Существуют такие мужчины и женщины, которые имеют отличные способности от природы, но не совершают и половины того, что они могли бы, если бы проявили самообладание, отказываясь выполнять требования своего аппетита. Множество писателей и ораторов терпят здесь неудачу. Обильно поев, они приступают к сидячим занятиям, чтению или письму, совсем не оставляя времени на физические упражнения. Вследствие этого затрудняется свободное и плавное течение мыслей и выражение их слов. Они не могут писать или говорить столь содержательно и убедительно, чтобы тронуть сердца. Их усилия оказываются пассивными и бесплодными. Тем, кто занят важными обязанностями, кто прежде всего стоит на страже духовных интересов, следует сохранять свои чувства обостренными и восприятие живым. Более чем другим им нужно быть воздержанными в еде. Жирная и изысканная пища не должна появляться на их столах. Каждый день люди, занимающие ответственное положение, должны принимать решения, от которых зависят последствия огромной важности. Часто им приходится обдумывать эти решения быстро, а на это способны только те, кто в своей жизни практикует строгое воздержание – Ум укрепляется при правильном использовании физических и умственных сил. Если напряжение не слишком велико, силы обновляются после каждой нагрузки. Но часто на работе тех, кому нужно рассматривать важные планы и принимать важные решения, сказываются результаты неправильного питания. Расстроенный желудок приводит в расстройство ум человека. Часто человек с больным желудком раздражителен, груб или несправедлив. Сколько планов, которые могли бы быть благословением миру, отложено. Сколько несправедливых, деспотических, даже жестоких мер было принято в результате болезненного состояния, вызванного вредными привычками в еде. Вот предложение всем, кто занят сидячей работой или работой в основном умственной. Пусть те, у кого достаточно нравственного мужества и самообладания, испытают это за один прием пищи съедайте только два или три вида простой пищи и ешьте не больше того, чем требуется для утоления голода. Активно выполняйте физические упражнения каждый день и посмотрите, принесет ли вам это пользу. Сильным людям, занятым активным физическим трудом, нет нужды быть столько же осторожными в количестве и качестве употребляемой ими пищи, как тем, кто занят сидячей работой но даже они имели бы более крепкое здоровье, если бы ограничивали себя в еде и питье. Некоторые хотели бы, чтобы им предписали строгие правила в питании. Они переедают и потом сожалеют об этом, и таким образом постоянно думают только о том, что они едят и пьют. Так быть не должно. Один человек не может изложить точное и исчерпывающее правило для другого. Каждому человеку следует проявлять благоразумие и самообладание и поступать согласно принципам здорового образа жизни. Наши тела — собственность, купленная Христом, и мы не свободны делать с ними все, что нам заблагорассудится. Всем, кто понимает законы здоровья, необходимо осознавать свою обязанность повиноваться этим законам, которые Бог вложил в их естество повиновение законам здоровья должно стать вопросом личного долга. Мы сами должны страдать от последствий нарушения закона. Мы должны лично отвечать перед Богом за наши привычки и образ жизни. Таким образом, вопрос для нас не в том, какой образ жизни ведет этот мир, а в ином, как лично я должен обращаться с обителью, которую дал мне Бог». Глава 24. Мясная пища. Питание, предназначенное для человека от начала, не включало в себя животную пищу. И до самого потопа, уничтожившего всю зелень на земле, человек не получал разрешения есть мясо. Указав, что будет служить пищей для человека в Эдеме, Господь показал, что является наилучшим питанием. Избирая пищу для Израиля, Он учил тому же – он вывел израильтян из Египта и начал их воспитывать, чтобы они могли стать его достоянием. Через них он желал благословить и научить весь мир. Он обеспечил их пищей наиболее отвечающей этой цели, дав им не мясо, а манну, хлеб небесный. И только из-за их недовольства и ропота по поводу оставленных в Египте котлов с мясом им была дарована животная пища, и то лишь на короткое время. Ее употребление принесло болезни и смерть тысячам. Однако ограничения – вплоть до полного исключения из рациона мясной пищи, никогда не принимались народом с охоты. Эти ограничения продолжали быть причиной недовольства и ропота, явного или скрытого, и не были постоянными. Когда израильтяне поселились в Ханаане, им было разрешено употреблять животную пищу, но с серьезными ограничениями, которые должны были облегчить вредные последствия. Использование свиного мяса было запрещено, так же, как и мясо других животных, птиц и рыб, которые были объявлены нечистыми. Можно было употреблять лишь мясо разрешенных в пищу животных, но строго воспрещалось есть их жир и кровь. В пищу могли быть использованы только здоровые животные. Ни одно животное, растерзанное зверем, умершее своей смертью или из которого не полностью вытекла кровь, не могло употребляться в пищу. Отступив от Божьего плана, определявшего им рацион питания, израильтяне много потеряли – они желали мясной пищи, и они пожали последствия мясной диеты. Они не достигли Божьего идеала характера и не исполнили его намерения. Господь исполнил прошение их, но послал язву на души их. Они ценили земное больше духовного и священного превосходства, достижение которого было Божьим намерением, они не достигли. Доводы против употребления мясной пищи. Те, кто ест мясо, на самом деле едят хлебные злаки и овощи из вторых рук, ибо животное получает из этих продуктов питание, способствующее росту. Жизнь, которая была в злаках и овощах, переходит в того, кто съедает их. Мы принимаем ее, употребляя мясо животного. Насколько же лучше напрямую получать ее, употребляя пищу, определенную для нас самим Богом? Мясо никогда не было лучшей пищей, но его употребление теперь нежелательно вдвойне, так как количество болезней животных резко возрастает. Те, кто употребляет мясную пищу, мало знают о том, что они едят. Если бы они видели этих животных живыми, если бы знали качество мяса, которое они едят, они бы с отвращением отвернулись от него. Люди постоянно едят мясо, изобилующее возбудителями туберкулеза и рака туберкулез, рак и другие смертельные заболевания таким образом передаются от животного к человеку. Ткани свиньи кишат паразитами. О свинье Бог сказал, «Нечиста она для вас, не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь». Это повеление было дано потому, что мясо свиньи непригодно в пищу. Свиньи, животные, питающиеся отбросами и нечистотами, только с этой целью их создал Бог никогда ни при каких обстоятельствах люди не должны были есть их мясо. Мясо живого существа не может быть полезным, если нечистота и скверно питает его естество, и это животное кормится тем, что вызывает отвращение. Часто животных везут на рынок и продают в пищу, когда они настолько больны, что их владельцы боятся уже держать их у себя, а некоторые в процессе откармливания их для продажи заболевают живя в заперти, без света и свежего воздуха, дыша атмосферой грязного стойла, откармливаемые, возможно, гниющей пищей, животное заболевает, и весь его организм изобилует токсичными веществами. Животных часто перевозят на большие расстояния и подвергают великим страданиям, пока их довезут до рынка оторванные от зеленых пастбищ, утомленные долгим путешествием по жарким и пыльным дорогам или втеснутые в грязные вагоны, лихорадочно возбужденные, изнуренные, часто в течение многих часов лишенные пищи и воды, бедные животные едут навстречу смерти, чтобы люди могли пировать, поедая их трупы. Во многих местах рыба стала настолько отравлена отбросами, которыми она питается, что сама становится разносчиком болезней. Это бывает чаще всего в том случае, когда в водоемы, где обитает рыба, попадают сточные воды больших городов. Рыба, которая питается содержимым стоков, может идти в далекие воды, и ее могут поймать там, где вода чистая и свежая. Тому, кто употребит ее в пищу, она приносит болезнь и смерть, хотя они и не подозревают об опасности. Последствия употребления в пищу мяса не всегда можно осознать немедленно, но нет доказательств того, что мясо безвредно. Немногие согласятся поверить в то, что именно мясо, которое они съели, отравило их кровь и явилось причиной их страданий. Многие умирают от болезней, абсолютно однозначно обусловленных употреблением в пищу мяса, в то время как об истинной причине не подозревают ни они сами, ни окружающие. Нравственный вред от мясного питания не менее заметен, чем физические недуги. Мясная пища вредна для здоровья, и все, что поражает тело, имеет соответствующее воздействие на ум и душу. Подумайте о жестокости по отношению к животным, которые не избежать при употреблении мясной пищи, и о последствиях этого для тех, кто причиняет им боль, и для тех, кто это видит. Как это разрушает нежность, с какой нам необходимо относиться к этим Божьим творениям? Сообразительность, присущая многим бессловесным тварям, настолько приближается к человеческой, что это является тайной. Животные видят, слышат, любят, испытывают страх и страдают. Они используют свои органы более верно, чем многие люди. Они проявляют сочувствие и нежность по отношению к тем, кто страдает вместе с ними. Многие животные привязываются к тем, кто ухаживает за ними, далеко превосходя в своей преданности некоторых представителей рода человеческого. Их преданность к человеку бывает такой сильной, что ее невозможно сломать, не причинив им огромных страданий. Какой человек, имеющий в груди человеческое сердце, когда-либо заботившийся о домашних животных, может смотреть им в глаза, полный доверия и привязанности, и по своей воле отдать их под нож мясника? Неужто мог бы он с удовольствием поедать сладкие кусочки их мяса? Ошибочно полагать, что мускульная сила зависит от употребления животной пищи. Нужды организма могут быть удовлетворены лучшим образом, можно иметь крепкое здоровье и без нее. Хлебные злаки с фруктами, орехами и овощами содержат все питательные элементы, необходимые для образования здоровой крови. Невозможно получить эти элементы в столь удачном и полном наборе, питаясь мясной пищей. Если бы мясо имело существенное значение для здоровья и силы, животная пища была бы включена в рацион питания человека еще при сотворении. Когда потребление мясной пищи прекращается, часто появляется чувство слабости и ощущается недостаток энергии. Многие утверждают, что это свидетельствует о том, что мясная пища важна для здоровья. Однако это происходит потому, что пища такого рода является возбуждающей. Она разогревает кровь и возбуждает нервы, и не так-то легко привыкнуть к ее отсутствию. Некоторые обнаружат, что для них исключить мясную пищу так же трудно, как для пьяницы отказаться от своего глотка спиртного. Но все же лучше бы изменить им свое питание. Отказавшись употреблять мясную пищу, вместо нее следует включить в рацион разнообразные хлебные злаки, орехи, овощи и фрукты, которые будут и питательны, и аппетитны. Это особенно необходимо тем, кто слаб или перегружен непрерывным трудом. В некоторых странах, где основная часть населения живет в бедности, мясо – самая дешевая еда. При таких обстоятельствах изменить свое питание особенно трудно, но все же возможно. Нам стоит, однако, принять во внимание положение, в котором находятся люди, и подумать о силе многолетней привычки. Нам нужно быть осторожными, чтобы не навязывать им неверными методами даже правильные идеи. Никого не следует убеждать сразу же изменить свой образ жизни. Место мяса должна занять полезная и недорогая пища. В этом деле очень многое зависит от повара. Прилагая старания и умения, можно готовить пищу, которая будет и питательна, и аппетитна, и в значительной мере заменит мясо. Воспитывайте сознание, привлекайте волю, употребляйте здоровую, полезную пищу, тогда изменения не замедлят сказаться, а желание есть мясо скоро пройдет. Не пора ли всем попробовать научиться обходиться без мясных продуктов? Как могут те, кто стремится быть чистыми, совершенными и святыми, кто желает иметь общение с небесными ангелами, продолжать употреблять в пищу все, что оказывает такое вредное воздействие на душу и тело? Как могут они отнимать жизнь у божьих созданий? чтобы как лакомство поглощать их мясо. Пусть они лучше вернутся к полезной и вкусной еде, которая была дана человеку в начале, и пусть они сами в своей жизни проявляют и научат своих детей проявлять милосердие по отношению к бессловесным созданиям, которых сотворил и покорил нашей власти Бог. 2.25. Крайности в питании Не все, кто заявляет, что верит в реформу питания, являются настоящими реформаторами. Для многих людей исправление состоит лишь в том, чтобы отказаться от определенных видов нездоровой и неполезной пищи. Они не понимают ясно принципы здоровья, и их столы по-прежнему уставленные вредными лакомствами далеки от того, чтобы служить примером христианского воздержания и умеренности. Другая группа в стремлении подать достойный пример впадает в противоположную крайность. Некоторым не удается достать наиболее подходящие продукты, и вместо того, чтобы использовать из доступных им те, которые наилучшим образом заменили бы эти продукты, они довольствуются скудным питанием. Их пища не содержит элементов, необходимых для образования здоровой крови. Их здоровье страдает, их трудоспособность снижается, и их пример свидетельствует скорее против, чем за реформу в питании. Другие думают, что так как для хорошего здоровья необходимо простое питание, то не нужно особенно заботиться о выборе продуктов и приготовлении пищи. Некоторые ограничивают себя очень скудным питанием, не имея достаточного разнообразия продуктов для удовлетворения потребностей организма. И они страдают от последствий этого. Часто люди, имеющие недостаточное представление о принципах здорового питания, не только в высшей степени жестоко отстаивают свои взгляды, но и навязывают их своим семьям и окружающим. Их плохое здоровье, как результат этого заблуждения, и настойчивое усилие навязать свои взгляды другим, дают многим ложное представление о реформе питания и приводят к тому, что люди полностью отвергают ее. Те, кто правильно понимает законы здоровья и руководствуются принципом, будут остерегаться крайностей, избегая как потакания своим слабостям, так и ограничений. Они выбирают себе пищу не просто для удовлетворения своего аппетита, но для формирования организма. Они стремятся сохранить свои силы в лучшем состоянии для самого высокого служения Богу и людям. Они ограничивают свой аппетит здравым смыслом и сознанием и вознаграждаются за это здоровьем тела и ума. Они не навязывают другим свои взгляды в оскорбительной для них форме, но их пример является свидетельством в пользу истинных принципов. Эти люди имеют широкий круг доброго влияния. В реформе питания заключается истинный здравый смысл. Этот вопрос следует изучить широко и глубоко, и нам не пристало критиковать других за то, что их образ жизни не во всем соответствует нашему. Невозможно создать универсальное правило, чтобы регулировать привычки каждого, и никому не следует считать себя критерием для всех. Пища, вкусная и полезная для одного человека, может быть невкусной и даже вредной для другого. Некоторые не могут пить молоко, в то время как другие поправляются, употребляя его. Одни не могут переварить горох и бобы, а для других они оказываются полезными. Для одних хороша более грубая пища из хлебных злаков, тогда как другие не могут употреблять ее. Тех, кто живет в недавно освоенных местностях или районах, где господствует нищета, где фруктов и орехов недостаточно, не следует принуждать исключить молоко или яйца из своего рациона. Правда, слишком упитанные люди и те, в ком сильны животные пристрастия, нуждаются в том, чтобы исключить употребление возбуждающих видов пищи. Особенно в семьях, где дети избалованы различными лакомствами, не стоит употреблять яйца. Но людям с ослабленными кровотворными органами, особенно если невозможно достать другие продукты, содержащие нужные элементы, не стоит полностью отказываться от молока и яиц. Однако следует проявлять большую осторожность и брать молоко только от здоровых коров, яйца от здоровых кур, откормленных и за которыми должным образом ухаживают. И блюда из яиц нужно готовить так, чтобы они как можно легче переваривались в желудке. Реформа в питании должна быть постепенной. Поскольку болезни среди животных прогрессируют, употребление молока и яиц становится все более и более небезопасным. Следует приложить усилия, чтобы заменить эти продукты другими, здоровыми и недорогими. Нужно повсюду учить людей, как готовить, насколько это возможно, без молока и яиц, и при этом иметь пищу полезную и вкусную. Обыкновение есть только два раза в день, как правило, приносит пользу здоровью. Однако при определенных обстоятельствах людям может потребоваться поесть и третий раз но при этом третья трапеза должна состоять из пищи наиболее легко перевариваемой. Крекеры, английское печенье или сухари, фрукты или ячменный кофе – вот продукты, наилучшим образом подходящие для вечернего приема пищи. Некоторые постоянно беспокоятся о том, что их пища, несмотря на то, что она проста и здорова, может повредить им. Таким людям я хотела бы сказать, не думайте, что ваша еда нанесет вам вред не думайте об этом вовсе. Ешьте то, что предлагает вам здравый смысл. И если вы попросили Господа благословить пищу ради укрепления вашего организма, верьте, что Он слышит вашу молитву, и будьте спокойны. Поскольку принцип требует от нас отказаться от того, что раздражает желудок и ухудшает здоровье, нам следует помнить, что скудное питание является причиной малокровия самые трудноизлечимые болезни вызваны именно этой причиной. Если организм получает недостаточное питание, в результате появляется расстройство пищеварения и происходит общее ухудшение здоровья. Далеко не все питающиеся таким образом принуждены к этому бедностью, но чаще это происходит из-за невежества и небрежности или из-за стремления осуществить свои ошибочные представления о реформе здоровья. Бог не прославляется, если мы небрежно относимся к своему телу и неправильно его питаем, делая его тем самым непригодным для служения Богу. Заботиться о здоровье членов семьи, предлагая им пищу приятную и укрепляющую физические силы, одна из первых обязанностей домохозяйки. Гораздо лучше иметь менее дорогую одежду и мебель, чем ограничивать пищевой рацион. Некоторые матери и отцы семейств ограничивают свою семью в еде, чтобы сберечь продукты для богатого приема гостей. Это неразумно. Угощение для гостей можно приготовить и попроще. Пусть нуждам семьи уделяется первостепенное внимание. Неразумная экономия, условности и противоестественные обычаи часто мешают проявлению гостеприимства там, где оно необходимо и было бы благословением. Должен быть такой постоянный запас продуктов для стола, чтобы неожиданного гостя можно было принять, не обременяя домохозяйку излишними хлопотами. Всем следует знать, что кушать и как это готовить. Мужчинам, так же как и женщинам, нужно понять, как готовить простую, здоровую пищу. Разъезжая по делам, они часто бывают там, где можно приобрести полезную пищу, и тогда, если у них есть познания в кулинарии, они могут применить свое умение для доброй цели. Внимательно обдумайте свое питание, рассмотрите все причины и следствия, развивайте в себе самообладание. Пусть вашим аппетитом руководит здравый смысл. Никогда не злоупотребляйте едой, перегружая желудок, но не лишайте себя вкусной, полезной, отвечающей требованиям здоровой пищи. Ограниченность представлений о здоровом питании некоторых считающих себя реформаторами нанесло великий ущерб процессу санитарных реформ. Сторонникам соблюдения санитарных законов следует помнить, что о реформе питания будут судить первым делом по тем продуктам, которые они заготовили для своего стола, Поэтому вместо того, чтобы ввести образ жизни, который дискредитирует реформу здоровья, им следует постараться так представить ее принципы, чтобы привлечь к ним положительно настроенные умы. Существует большое число людей, негативно настроенных к любым изменениям, какими бы разумными они ни были, поскольку это ограничивает их аппетит. Они прислушиваются больше к своим вкусам, чем к здравому смыслу или законам здоровья. С их точки зрения, все, кто оставляет избитую тропу традиций и выступает за изменения, являются опасными радикалами, независимо от того, насколько последователен их образ жизни. Чтобы такие люди не имели повода для критики, сторонники соблюдения законов здоровья не должны усердствовать, обособляясь от других, но им стоит подойти к своим оппонентам как можно ближе, разумеется, не принося в жертву свои принципы. Если те, кто выступает за реформу в санитарии, впадают в крайности, нет ничего удивительного в том, что многие, считающие этих людей сторонниками принципов здорового образа жизни, отвергают всю реформу целиком. Эти крайности часто за короткое время могут принести такой вред, что от него не избавиться до конца дней своих, далее ведя последовательный образ жизни. Санитарная реформа основана на широких и далеко идущих принципах, и мы не должны умалять ее своими ограниченными взглядами и образом жизни. Но никто не должен допускать противодействия, насмешек, желания угодить или оказать влияние на других с тем, чтобы отвлечь его от истинных принципов или побудить легкомысленно относиться к ним. Те, кто руководствуется принципами, будут стойки и решительны в своем стремлении отстоять правду, однако во всех своих контактах с людьми они продемонстрируют присущее Христу великодушие, дух любви и истинную умение.